В отдел полиции Рославля обратился местный житель с заявлением о хищении обманным путем принадлежащих ему денежных средств в сумме 400 тысяч рублей. Как установили в ходе проверки сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, местный 45-летний житель, индивидуальный предприниматель, взял у заявителя в долг деньги под предлогом развития бизнеса. Однако в бизнес вложил лишь часть этих средств, остальное истратил по собственному усмотрению. Долг в оговоренный срок не вернул. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса мошенничества, установлено еще 10 потерпевших, у которых подозреваемый брал денежные средства в долг, заведомо зная, что не сможет исполнять взятые на себя обязательства. Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного. Подозреваемый заключен под стражу.